В 33-й Ярославской школе открылся кванториум. Детский технопарк начал работу по нескольким профильным предметам. Благодаря современному оборудованию созданы дополнительные возможности для изучения школьных дисциплин, практической отработки материала, освоению востребованных компетенций. Александр Захаров побывал в новом школьном пространстве. В школе номер 33 в этом году завершился капитальный ремонт. Здесь, в обновленных стенах, открылось сразу 7 учебных кабинетов кванториума, где ученики осваивают навыки в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Приобретено современное оборудование в классы по химии, физике, математике, робототехнике и биологии. У нас новую доску поставили, она очень удобная, достаточно информации на ней хорошо показывается, видно со всех сторон класса, всех парт. Преобразились и школьные рекреации. Здесь установили новую мягкую мебель. Действительно очень удобно, вот пуфиков не хватало и столов, чтобы между переменами подготовиться, если что, написать что-то. Действительно очень удобно стало, все классно. Комфорт нового пространства оценили и преподаватели. В школе стало чище, красивее намного. Новая мебель, новые стены, новая обстановка. Ребят приходят с настроением. Для освоения новых компетенций в классы по технологии закуплены станки с ЧПО и 3D-принтеры. Одно из новых приобретений школы номер 33 – вот такие железные парты, которые поставили в кабинете технологии. На них обрабатывают дерево, железо. Ну и, наверное, они более практичные, потому что, ну, не деформируются. Да. Для проведения лабораторных работ по физике парты в одном из классов оборудованы слаботочными системами. Кванториум – это такой совершенно новый подход, это новые возможности для образовательного учреждения. Мы красной нитью соединяем урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образование в школе, причем именно по тем направлениям, которые у нас развиваются, которые востребованы для наших детей. Детский технопарк появился в рамках федерального проекта «Современная школа. Нацпроект образования». В настоящее время в области уже успешно функционирует 6 кванториумов – 2 стационарных, 2 мобильных и 2 школьных. К концу года региональная сеть технопарков должна увеличиться до 8. Александр Захаров, Михаил Орлов, главные телевизионные новости.